Селились на лето или как? Интересно, а что раньше в этих домах было? Вот и я думаю, что же тут-то было? Да, там плита стояла, тарелки еще. И не мне, я бы сюда никуда не зашел. Я бы даже сегодня вообще сюда не пошел бы в Анапскую, дома бы сидел. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. 6 октября сегодня 2020 года. Мы с Наташей пошли в станицу Анапская из нашего дома пешком, ну, чтобы прогуляться. Погода сегодня хорошая, смотрите, облачность, но солнца палящего нету. И вот уже зашли за ЖК «Черное море», которое я не стал показывать, вот его там чуть-чуть там видно. Там уже строят чуть ли не третий корпус этого «Черного моря». Вот так быстро строят. А сейчас мы просто, Наташа говорит, пойдем виноградники посмотрим. Ну вот здесь вот растут виноградники. А вот это вот кусты дикой малины. Вот она. Я говорю Наташе, она несъедобна. Наташа говорит, съедобна. Вот раз, и меня уже за штаны вот эта колючка ухватила. Вот. И вообще здесь к виноградникам как раз не подойдешь, потому что вот это вот малина. Ну вот, если даже ее вот так вот попробовать. Не, она, я вот считаю, что она абсолютно несъедобна. Конечно. Ее, а Наташа правильно сказала. Она говорит, она зато ароматная. И ее, допустим, если так, говорит, если в чай, куда-то для аромату. Вот. Ну а виноградники. Там поставили шлагбаум и знак «Въезд запрещен». Ну, чтобы люди сюда не ехали и... Это вот красные плоды. То ли шиповник, то ли чего. Как-то просто не знаю. У шиповника вроде бы кусты другие, ну ладно. Ну, скорее всего, шиповник. Вот. Наташа вообще любит исследовать незнакомые места. Вот там Черное море видно. Вот там за этими вот кустами. А это вот тут, кстати, какие-то тоже плоды, то ли орех, то ли не орех. Орех-то должен уже как бы созреть и опасть. Вот. Ну, не знаю. Вот. Так вот, Наташа, она исследователь. Она любит где-то походить, полазить. Вот у нас, кстати, была такая поездка в хутор Победа. Вот там строение типа сортир. Старый-старый, древний-древний. А там все вот Черное море, и вот все это строится, и еще, видимо, будут строить. О, да, друзья мои. Вот. Потому что котлован там виден. Вот, так вот, в хутор Победа. И мы там походили, посмотрели. О, тут, смотрите, домик. Домичек. Смотрите, домичек старинный. По крайней мере, в таком стиле, как в Анапе строили. Даже вот такие вот. Может быть, это было какое-то правление. Ну, конечно, тут виноград, дверь. Вот такой заброшенный домик. Заброшенный. Сейчас, видимо, там только бомжи могут обитать. Кто еще? Но, по крайней мере, цивилизация и город наступает сюда. Вот еще. А тут вот не видно. Хотя дерево похоже на ореховое, а орехов и не видно. А тут вот, скорее всего, детский сад строится, в котором Черное море.
Вот, а тут вот прямо такой, да, ров, вот эти заросли колючек, вот этого дикого, дикой малины, тут вот фиг к этим виноградникам подойдешь, сразу зацепишься за что-нибудь. Да, тут вот как раз с этой, с обратной стороны у нас стройка. И да, сюда, кстати, вот по этой дороге заезжают машины. Вот. Вот, вот там как раз видно Черное море, две очереди. Вот это вот детский сад, как я понимаю, строится. Тут вот детские площадки такие, видимо, у каждой группы такие загончики. Деревья практически я не вижу, чтобы высаживали. И вот еще строится. Вот. В общем, тут Черное море разливается все дальше и дальше. Если дальше туда вот посмотреть, то там тоже все вот за этим забором, стройплощадки. И там уже видно в той стороне, ну что там видно. Вот. Ну и что там интересного, Наташа? Ты увидела? Как раз то самое, что я тебе говорил. Что? Здесь нет дикого поля. А-а-а. А там дома. Уже дома? Нет, там домики стоят вот так же, какой вот там домик. Такой вот заброшенный, да? И ага. Который уже... А-а-а, да-да-да-да. Еще заброшенные дома? И еще. А их, походу, облюбовали. И там, по-моему, даже... Как жизнь? Там, ну, видимо, рабочие туда. А-а-а. Заселились на лето или как. Интересно, а что раньше в этих домах было? Вот и я думаю, что же тут-то было? То ли, может быть, какой-то... Не, ну они явно жилые, они с верандочками, угу. Вот сделаны именно как жилые, обычные дома. Угу. Но если они тут примыкают, ну может быть это как-то вот, типа, те, кто жили здесь, охраняли, перерабатывали как-то виноград или что. Ну, вот, ну да. Домики-то такие, вот, этот-то вообще саманный. Угу. То есть здесь жили люди, как бы... Был какой-то хуторок, не хуторок. Так, собака такой. На нас смотрит внимательно так. Не, она на меня уже так это немножечко так гадкнула, но это мы тебя не трогаем. Да, мы тебя не трогаем. Тут видишь, и тут вот, как раз все катаются на виноградник, и туда. Mm-hmm. Вот. Да, тут вот кого-то задрали, смотри. Да собачий труп тоже. А. Просто уже все. Изъедено, манифицировано. Ну все, дальше туда я не пойду. Собака никого не пускает. Там, да, видно вот эти вот дома. Ну да, видимо, какие-то... Нет. Какой-то рабочий поселок. Там, вот, верандочку входить можно. Угу. Я бы туда прошла на виноград. Боюсь, там сейчас грязь. Да. Такая вот заброшка. Заброшка. Ничего там нету, как обычно, все раскидано. Ну заметь, стекла нельзя сказать, что разбиты. Угу. Они вот аккуратненько выставлены. И все. А вот тут что-то было. Местные знают, конечно. Да. Что здесь было. А так, ну понятно, пока шлагбаум не построили, не поставили, то сюда все ездили. Ну, город в эту сторону наступает. Ну, кстати, виноградники достаточно такие, не заброшенные. Я-то думала, это заброшенные, нет, нифига. Угу. Они подстриженные, они подвязанные. Поэтому, видимо, вот до сих пор только будет. Его же видно, что... Угу. То есть его не подрезали, уже ну, конечно, да. Бы тут все бы заплело, вот так была бы машина. Вот, благодаря Наташе мы побывали в этом интересном месте, узнали для себя что-то новое. Ставим лайки. Угу. Наташе ставим лайки, не мне. Я бы сюда никуда не зашел.
Я бы даже сегодня вообще сюда не пошел бы в Анапскую, дома бы сидел. Но Наташа меня всегда выдергивает. Ну я тоже видел эту. Кстати, сколько здесь на Москве? Это же вот всяких. Да, тут Москве. Когда-то тюль висел, видишь, его кто-то вылазил и. Да. Вообще домичек такой, да, интересный. Да я говорю, домик вообще суперский. Ну, окна в нем раскурочены. Ну там еще. Ну, посмотреть вот есть, да. Ты знаешь, мне этот домик вот милее в 100 раз кажется, чем вот эти вот эта вся городьба за ним. Умывальничек висел из бутылки. Кстати, видишь, дверь открыта, щеколдочка. Ну, понятно, что его разыгрывают. Да. Ну, кто-то входит и прямо через... Не, ну, может, кто-то там и бомжи, или еще кто-то там. Да, там... Плита стояла, тарелки еще. Да. Вот такая заброшка. Ну все, в общем-то, мы идем на выход туда, на Анапское шоссе. Кому понравилось это видео, еще раз ставьте лайки, не мне, а Наташе. И всего вам доброго, до следующих встреч. И смотрите видео вот про хутор Победа. Сейчас всплывет ссылка. И как раз в этот же день, когда мы были на хуторе Победа, мы еще забрели на... как он называется-то? Гольф-клуб. Гольф-клуб. И у нас там было целое приключение. Так что смотрите.